Такой десерт без выпечки в виде шишек украсит любой праздник и праздничный стол. Он понравится как детям, так и взрослым. Нам понадобится печенье, какао, сливочное масло, вареная сгущенка и хлопья в виде ракушек. Сперва измельчим печенье. Можно измельчить руками, можно сделать это блендером. Примерно до такой крошки. Добавляем в сгущенку сливочное масло, какао. Тщательно перемешиваем. Затем добавляем измельченное печенье. Всю эту массу тщательно перемешиваем и получаем вот такой консистенции большой комок. Затем его разделяем на 4 равные части и формируем из него башенку в виде конуса. Это будет основа нашей шишки. Вот примерно так. Затем берем для украшения кукурузные хлопья и, начиная либо сверху, либо снизу, их укладываем и закрепляем, вдавливая немного в саму массу. В итоге мы получаем вот такую шишечку. Подобным образом делаем и остальные шишки. Теперь украшаем наши шишки сахарной пудрой, имитируя снег. Такой десерт без выпечки в виде шишек украсит любой праздник и праздничный стол. Он понравится как детям, так и взрослым. С наступающим Рождеством и Новым годом! Пусть год будет замечательным!